Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих друзей я хочу вам показать нимфочку, которая практически работает круглый год. Но так как вы меня просили, чтобы я изготовил ее из тех материалов, которые может найти любой вязальщик. Учитывая то, что у меня под руками свинец, я его слегка раскатал, чтобы он был тоньше, потом к краю еще тоньше валиком. Валик, он по образу и подобию вот обыкновенного фотовалика сделан, только значительно добротнее. Если по каким-либо причинам у вас, допустим, нет свинца, возьмите медную проволоку. Крючок я взял граб шримп, который мне подходит по форме моей личинки, которую я буду изготавливать. Номер 12. Учитывая то, что мы немножко заберем нашего загиба, поэтому я и беру несколько больший номер. Как вы видите, у нас сперва вышло тоньше, потом толще, толще. И для того, чтобы у нас не было в дальнейшем в переходе опять неудобств в вязании мушки, я беру и утконосами вот так сплющиваю свой свинец. Нанесем еще немножко клея. Попробуем изготовить эту мушку, нимфочку, с минимальным количеством тех материалов, которые, допустим, понадобятся вам. Это собирательный образ, который будет подходить как для ловли хариуса, так и всех белых рыб, которые у нас имеются на Украине. Закрепили края. Придавили слегка ноготочком. И как вы видите, у нас вышла довольно-таки симпатичная форма. Но для того, чтобы была еще лучше, нам необходимо опять взять с плоскими губками утконосы. И слегка, пока мы еще ничего не обмотали, и клей наш еще не подхватил хорошо свинец, я слегка приплюсну его сверху, чтобы он имел у меня форму вот такую, личинки. И теперь нам остается с вами нанести капельку клея. Нить желательно использовать белую, так как следующее тело мы будем изготавливать с вами из материала, который может просвечиваться, поэтому желательно взять белую. Толщину подберете себе сами, но желательно использовать ровницу. Закрепили, вот так прошли наше тело. И теперь самый важный момент – это установить крючок так, чтобы нам было удобно работать. Мы закрепим часть материалов и потом будем формировать тело. Я вот так наклоняю, как обычно, опять зажал тисочками, то есть проблем никаких не возникает. Для изготовления тела нам понадобится кусочек полиэтилена, обыкновенного упаковочного полиэтилена. Но я вырезал вот такой ширины полоску и покажу особенность крепления полиэтилена. Тело я буду изготавливать из полиэтилена с таким расчетом, чтобы у меня шло ребро, как у настоящего нашего насекомого или личинки. Поэтому я вот так сгибаю свой полиэтилен и стараюсь сейчас закрепить его так, чтобы у меня уже сложенный полиэтилен моим загибом шел, как вы видите, вот видно, идет у меня к загибу, не ко мне.
закрепили здесь, пока ничего не трогаем, можно подождать. Можно изготавливать, как я уже говорил, вот обыкновенный кембрик для рыбалки поплавочников, который используется силикон. Можно использовать и вот такой силикон. Но учитывая то, что мы изготавливаем без таких материалов, я вам показываю, как в домашних условиях можно изготовить любую практически себе нимфочку, имея минимум материалов. Теперь мы с вами возьмем кусочек плоского голографического люрикса. Если у вас нет такого, можно заменить его на любой обыкновенный люрикс. Это уже проблем никаких не составляет. Ставим проволокой, можно медной. Ставим в удобное для нас положение, и теперь с помощью нашей вот нитки мы должны сформировать красивое тело, дойти приблизительно до окончания свинца. Сформировали с вами вот такое симпатичное тело, и теперь я беру обыкновенную нитку, которую также выпустил, как я уже рассказывал, из тесьмы. Если нет, можно использовать в качестве изготовления тела. Вот я очень часто изготавливал обыкновенная леска, которая флуоресцентная. А потом ее можно слегка подкрасить. То есть вариантов изготовления больше, чем достаточно. Крепим теперь нашу нитку. Здесь же у колечка. Делаем узелок и нашу нить белую, основную, удаляем. Она нам уже больше не понадобится. Убрали. Слегка, буквально совсем-совсем немножечко, я нанесу. Или хотите клей, или хотите лак. То есть это большой роли не играет. Только лишь совсем немножко, сильно не усердствуйте. Для того, чтобы моя нитка хорошо прихватилась, в случае, если, допустим, будет погрызена нашим хищником очень крепко, чтобы полиэтилен сильно не пропускал воду. И вот так, как вы поняли, формируем с вами тело и заканчиваем возле колечка. Изготовили с вами тело и закрепили другую нить. Теперь нам, друзья, необходимо с вами просегментировать тело нашей нимфочки блестящим люрексом. Выберите для себя шаг, какой вам больше подходит. Чем-то будет напоминать классическую чешскую нимфу, но в нашем немножко упрощенном варианте. Дошли до места крепления нитки, сделаем один полный оборот и аккуратненько закрепим наш материал. Остатки отрезаем. Буквально нанесу капельку клея на место крепления всех наших материалов, так как сейчас будем переходить к креплению полиэтилена, и нам желательно хорошо закрепить нашу нить. И оставляем, если будет вам мешать нить, можете спокойно ее отрезать. Давайте отрежем и будем тогда крепить, чтобы вы лучше видели. Теперь я беру и, поправляя вот так себе руками, пальцами, начинаю складывать свой полиэтилен, чтобы у меня постоянно получался бортик. Следим за тем, чтобы он был у нас одинаковый. И у нас будет выходить с вами симпатичная сегментация, которая будет напоминать изготовление тела
с помощью пленки. Но не специальной, а с помощью нашего полиэтилена. Слегка подтягиваем. И у нас получается тело будет ложиться как черепицей. Не забываем постоянно складывать, останавливаемся, помогаем себе пальцами и постоянно вот так вот складываем, чтобы были две половинки нашего полиэтилена. Доходим до крепления нашей нитки, удерживаем вот так пальцами наш материал, чтобы он никуда не убежал. И закрепим нашу нить. Закрепили, перебрасываем теперь так, чтобы у нас материал оказался снизу и сбоку. Подхватываем, отпускаем. И вот в таком положении оставляем его сверху, буквально, чтобы хорошо подровняли, чтобы сверху у нас был хороший чехольчик. Ставим крючок в удобное для себя положение. Удалили наши остатки нити. И можно использовать, как я уже говорил неоднократно, если имеется у вас вот такого оттенка полиэтилен. Он несколько тоньше. Но, как вы видите, допустим, хорошо бы подходил к телу. Прозрачность у него хуже, но все равно он нам пойдет. Теперь нам остается так, чтобы у нас были лапки. Необходимо, чтобы у нас было какое-либо перышко. Чтобы мы могли с вами провести обмотку по телу. Можно, допустим, взять, накрутить из вот такого пера. Можно взять остатки, допустим, сейчас я подготовлю, вот у меня имеются остатки, вот, допустим, другого пера, так, чтобы сделать вырез и установить, как бы лапки наши сформировались. То есть вы для себя подберете сами. Но я хочу предложить вам вариант, когда мы можем немножко обойтись, если у нас имеется в наличии вот приблизительно вот такой черный даббинг, или же можно его там шапки как-то настричь, выбрать так, чтобы мы могли с вами немножечко отделить наше тело от грудки. В идеале, конечно, я буду изготавливать из вот такого даббинга, который напоминает перо, цвет пера павлина. Это в идеале. Или можете изготовить себе, добавить обмотку пером павлина. Я добавляю клей на нитку и совсем немножечко беру нашего даббинга. Совсем немножечко. Так, чтобы он только коснулся нашего тела. Начинаем немножечко подкручивать и формировать грудку. Количество для себя подберете сами. Вот в моем варианте я считаю, что вполне достаточно, так как грудка у меня слегка становится толще, чем тело. Вы можете подобрать, допустим, сделать несколько пышнее. Это уже как вам будет удобно для ваших рыбалок. То есть толщина здесь уже не имеет значения, объем. Главное, чтобы была выделена четко наша грудь. Добавили. Окончательно у колечка закрепим материал. Так как мы больше уже не будем возвращаться к нашей грудке, нам необходимо с внутренней стороны подкрасить вот так в коричневый или в черный, как вы захотите, цвет наш полиэтилен.
немножко подкрасили и теперь слегка в натяжку, сильно не усердствуем, закрепим нашу пленочку. Как обычно, как я говорил, первый оборот делаем слабый, второй посильнее. И теперь совсем немножечко нанесем капельку клея на нить. И здесь окончательно закрепим материал методом замка и остатки отрежем. Сделали завершающий узел, отрезали все материалы. И как вы видите, вот такая личиночка. Я немножко вот таким инструментом, или можно даббинговой иглой, начесал имитацию лапок. И скажу сразу, что практически круглый год можно использовать для всех снастей. Величину подберете себе сами и расцветку точно так же. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!